What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one, you chuck it on your mother and you chuck it on your father. Вот 30-й, вот идет Мазда, где он? Давай ее проверим. Выдох прерван. Сюда давайте. Я говорю, дуем. Как дули, да. Должно пищать. А, это сильно нужно? Да, 15 секунд. Вот, дуйте, 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 дуйте. Машину глушите, к нам присаживайтесь. Сейчас, подожди. Ну, 0,3 промилле. 0,16 допускается. 0,16 допускается, в два раза превышена норма. Да какой 0,16 допускается? Вообще по нулям допускается. Что значит 0,16? Выдумали себе 0,16? Садитесь на машину. Присаживайтесь назад. С результатом согласны? Так они пиво только набрали. Обсикались тихонько за ларьком. Ответьте, пожалуйста, на пару вопросов. Для пропаганды это нужно. Для чего? Для пропаганды. Для против пьянства за рулем. Почему пьяные сели за руль? Можете пояснить? Я не пьяный сел, я с похмелья. С похмелья? Вы сегодня употребляли? Да. Не употребляли сегодня? Да. А вчера сколько выпили? И когда пили вы последний раз? Можете пояснить? Сколько выпили? Чего снимать постоянно? Для пропаганды. А вы знаете всю ответственность, которая... Я понимаю, сам как... 30 тысяч рублей я... будет еще и лишение прав. Я понимаю. Осознаете?
Раскаиваетесь? Да. Понятно. Тоже выбрали место и время, дождь спрашивали. Больше, наверное, пьяным не сядете за руль, да? Да я вообще против этого, у меня, потому что само дети как бы чудо не отпустят. Пьяных за рулем. Сколько не замечал.